Здравствуйте, друзья! Вы смотрите творческий канал Ольги Мишиной, и я хочу показать, как рисовать смешного снеговика из мультика про Снежную королеву. Как вы помните, он все время терял свою морковку, и с ним разные приключения случались. Этим снеговиком потом можно украсить новогодний подарок, об этом я расскажу в следующем видео. Рисуем головку. Рисуем нижнюю часть головки, там, где будет морковка. У нас он еще не потерял свою морковку. Два глазика больших круга близко-близко к морковке. Просто черненькие зрачки. Вы сейчас удивитесь, как легко рисовать снеговичка. Черненькие зрачки. Сделаем ему вот такие веселые, удивленные бровки. Он радуется, что Новый год пришел, очень веселый. В мультике у него были зубки. Один комочек поменьше, другой комочек побольше. Сделаем его в такой веселой позе. Он как будто танцует или подпрыгивает. Ручки у него веточки. Раз пальчик, раз, два, три, четыре. Вторая ручка веточка. Раз большой пальчик, два, три, четыре, пять. Здесь у него такие тоже, как челочка, волосики торчат наверху. И пуговички, угольки у него были. Одна пуговичка здесь и две вот здесь. Я его рисую для подарка, а вы можете, в смысле, украсить подарок, а вы можете нарисовать для открытки. Так, теперь немножечко голубым цветом обозначим снежные комочки, они очень украсят вот этот оттенок голубой. Голубые штрихи вот наши очень украсят. Давайте улыбочку ему сделаем. Вот. Под морковкой немножечко. Это как бы голубой снежок, из которого он сделан, снеговик. Вот так можно чуть-чуть украсить. По краю комочков снежных. Можно даже пальчиком слегка растереть. Карандашом лучше рисовать, чтобы фломастер слишком яркий для снега. Будет синий-голубой. На ножках сделаем оттеночек. Так небрежно в любом месте. Ой, какой замечательный, веселый. Посмотрите следующее видео, когда я ему украшу подарок. Сделаю его наполовину прозрачным. Это будет очень интересно. И нам осталось только сделать красную морковку. Но морковку можно делать и фломастером. Вот такой веселый снеговик получился. Если вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всех с наступающим Новым годом, я забыла сказать. Счастья, здоровья, радости в творчестве!